Смотри, какой сюрприз. Ну-ка, открывай. Всем привет! Вы на канале Ева ТВ. И сегодня мы с Богданчиком будем открывать большой киндер-сюрприз. Богданчик, давай открывать сюрпризы. Что тут у нас, Богдан? Смотри, открывай. Открывай. О, это кто? Богдан, это кто? Это бараш. Смешарики, Богдан. Помнишь, ты смотрел мультик? Смотрите, какой нам бараш попался. С рогами. У него что-то в руках. Что это у него? Он у нас умный, он всегда в мультике читает, наукой занимается. А, это значит, у него книжка такая с собой, он любит читать. Да, он занимается наукой. Богдан, давай следующий сюрприз открывать. Смотри, Богдан! Смотри, какой сюрприз! Ну-ка, открывай. Открывай, ой, открывай. А, смотри, какая черепашка нам попалась, Богдан! Классная, да? И что там у черепашки? Покажи. Ну-ка, давай посмотрим. У нее там компас внутри панциря. Давай покажем деткам. Смотрите. Внутри панциря компас. Ничего себе игрушка, да, Богдан? Вот такая у нас черепашка попала зеленой головой. Внутри у нее компас. Это у нее рюкзачок такой на спине. Он вот так раз открывается. И здесь компас. Богдан, хорошие, да, игрушечки тебе попадают? А давай смотреть следующий сюрприз. Следующий сюрприз достаем. Открывай. Это кто у нас, Богдан? Это Патрик. С мультфильма Спанч Боб. Как тебе нравится Патрик? Прикольный, да? Давай деткам покажем. Вот такой у нас Патрик красивый попался. У него плавочки такие красивые. Глаза испуганные, как будто он что-то увидел. Он веселый Патрик. Богдан, вижу, тебе понравилась эта черепашка. А давай посмотрим следующий сюрприз. Смотри, Богдан, открывай следующий сюрприз. О, улетела. Смотри, это Hello Kitty. Смотрите. Нам попалась Hello Kitty с таким очаровательным бантиком на голове. У нее прическа такая замечательная. И она собралась, наверное, куда-то погулять. Давайте дадим Богдану, пусть играется. Тебе в гости пришел черепашка, Патрик и киса от Hello Kitty. Тебе нравятся твои сюрпризы, Богдан? Да, это Патрик. Тебе нравится Патрик? Давай следующий сюрприз открывать. Смотри, открывай. Оп! О! Это кто? Разлетелся на части у нас, а? Смотри, это же Лунтик. Давай мы его соберем. Смотри, какой Лунтик. Богдан, Лунтик. Хочешь поиграться с ним? Ты его хочешь разобрать? Он его хочет открыть. Да. Давай поиграем. Привет, он говорит. Давай поиграем с тобой. Привет. Вот Богданчик всем говорит. Привет, Hello Kitty. Kitty, привет. Давай с тобой дружить. Богдан. Наш бараш пришел. Богдан, покажи мне свои глазки. Глазки покажи. Глазки. Ты показываешь глазки, где у Патрика, да, находится? Где у Лунтика ушки? Покажи ушки, где у Лунтика. Вот они, да. Правильно. Ушки. Скажи, ушки. А где ручки? Ручки где у Лунтика? Вот они, ручки. У нас остался еще один сюрприз. Давай. А, это кто? Это свинка Пеппа.
А давайте нашим зрителям покажем нашу свинку Пеппу. Посмотрите, какая она свинка Пеппа попалась. Привет! Она рада увидеть нашего Богдана. Богдан, привет! Привет! Богданчик, привет! Оп, Богдан наш провалился. Упал Богдан. А давай теперь поиграем. Кто у нас сегодня попался? Лунтик. Смотри, Лунтик. Да, это кто? Это Hello Kitty. Это свинка Пеппа. А это Бараш. А это кто? Патрик. Смотри, сколько сюрпризов. О, все хочет забрать, да? Это я. Да. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! 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 Доставай! А, это кто? Бараш! Сюда ложи. Вот сюда сложи. Следующий бери. Давай, следующий. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Ты же где? Где сюрприз?